Было здесь как лужа, больше не назовешь. Подняли, вот как выглядит дорога. Две бровки, как парки. Сходы сделали. Если вода пойдет, то вот прокопали. Привет всем. Шерстобитов, Геннадий Павлович, села Урывки, пчеловод, бывший председатель этого совхоза, Потеряевский. Его мама Ксения Михайловна работала на пасеке пчеловодом с моей мамой Марией Егоровной. Проехали, все, вот. Я хочу показать, как на дамбу на эту теперь наезжают. Сколько машин за короткое время. Вот трактор появился. На полной скорости. А тут можно было пробираться только ползком. Это вот Леонтьев Алексей Лаврентьевич, бульдозерист, 66 лет. Где-то он работал вместе с Добуновым Игорем Владимировичем. Я иду по этой дамбе, показываю, как она выглядит. Сделали 8 стоков воды. Вот договариваюсь сейчас песком засыпать, чтобы она не была скользкой, не размокала во время непогоды. И вот в этих бордюрах 7 прорыли с этой стороны, вода, чтобы уходила наружу. Вот как. И сейчас я где был, это в эту сторону к воде. К воде нельзя, потому что размывать будет. А так дальше. Вот это все под водой было. Получается, около метра почти ушло воды. Вон как далеко ушла вода. Прорвало наш шлюз. Вот мы заново все сделали. И считаем, что... Ну, все говорит пока. Эта вот вода должна подняться почти на метр. Если на метр поднимется, больше и не нужно. Рыба сохранится. Вот она, трасса не совсем так, чтобы по линейке. Это же бульдозер. Ну, вот эта бровка хороша получилась. А тут у нас сваи забиты. Прорывы где были, уже насадили. Деревья, кусты, чтобы укреплялась стенка. Вот за короткое время прошло 3 единицы транспорта. Вот как колышки забиваешь, а
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один засох, 11, 12, 13. Ну, там дальше так идет, до 20 привились. Уже растут колышки эти. Ветла. Ветлина. Иногда называют ее по-другому как-то. Ну, у нас вот эта ветла. Я вот сейчас покажу главный прорыв, когда мы начали делать. Четвертый год мы с ней возимся. Вот лопнутая от жары. Кусты здесь. Вот это вот бальки в камышах растут. Красивые, но опасные. Как бигвордов шнур. Если зашаял, не потушишь. Ну вот, все видно. Тут как все это сваи забиты. Прорыв был тут. Машина шла, прицеп у ней с сушениса опрокинулся. Засыпано все и не видать. Вот одна свая выше всех поднялась. Это вот кусты. И там вот это все было на суше. Все. И вот в этом промежутке, ну, прям лужа была по пояс примерно. А сейчас это где-то 3 метра, ну... Вот утекло воды-то. И весной, если благополучно будет, на метр свободно поднимется. Вот так. Еще раз посмотрим на нашу братью. Далеко они там. Добрали, поймали рыбу сегодня. Если так-то разбирать, да. Еще кто-то едет. Какой-то велосипедист или кто. Это второй мостик. Никакого мостика тут никогда не было. Плотина. Ну а первый там мост был, действительно мост. Там сохранились сваи, которым больше 100 лет. Ни одна не загнила. Видимо, доставали лестницу. Только в зимнее время, когда весь сок в ней. В глине, в жирной, выкапывали ямы большие. Растворили там густо известь. И они там насыщались. Они белые, такие остались. Никакое насекомое, никакой гнилостной бактерии никакая тронуть их не может. Вот так. Сейчас посмотрим, кто же тут едет. Вот он как развернул. А это вот видно старые, когда брали землю. Может быть, лет 50 назад. Кто-то там доехал и развернулся назад. То ли увидал, что снимает, то ли озеро ему надо было посмотреть. Поехал назад. А я ждал, что он появится рядом. Но это видно из соседнего села. Так я и не понял, мужчина или женщина.